Жа так сильно захотела охладиться, что не постеснялась зайти в сад к одному из местных жителей и залезла в поилку для птиц. Все происходящее снимал на видео хозяин дома. Выйти на улицу он, естественно, побоялся, но все-таки это дикие звери. Медвежата плескались в мутной воде, хотя вдвоем им в этом импровизированном джакузи было явно тесновато. В итоге один решил все-таки прекратить водные процедуры. Время новостей, погода.